И всем привет, друзья! Вы сейчас, наверное, не понимаете, почему я выгляжу как Стив с бородой, почему не Алекс. Ну, если вы заметили только это, то посмотрите внимательнее. Справа еще есть джойстик, геймпад. Стоп. Слева, извиняюсь. Да и вообще, если вы не обратили внимания на название, то там написано, что сегодня мы играем в на мобильном сервере LiveBot, какой-то очень крутой сервер. Тут вообще все так круто, и я не просто так решил. Дело в том, что я хотел поиграть в Bed Wars с другом, но он что-то отказался, и как... Да, и вместо этого мы выживание вообще когда-нибудь выложили бы, уже выложил, вообще не знаю, что там на канале происходит, ёлки-палки-то. Вот, и мы сегодня будем играть с вами в Bed Wars на сервере LiveBot. Да, очень крутой сервер, но это будет не просто Bed Wars, это будет Bed Wars огромный, 12 на 12. Я такое видел только один раз на компьютере, и то это было... Это было в больших масштабах, но это было не очень долго, вот, да, и... И мне просто интересно, что это будет такое, поэтому давайте начнем. Вот. Есть мини... Слушайте, а что тут еще есть? Я никогда не смотрел игры с открытым миром. Сити, Креатив, Сиэтл. Тут есть Сиэтл, вау, ну мне нравится этот сервер. Косметика, слушайте. Скакун. Ну, косметика, прям интересно. Ну, что... Убер... Рюкзаки есть. Хо-хо-хо. Оно не показывает, что это будет, и я и не шарю, что это может быть. Тут еще квесты есть. Ну, слушайте, погодите, там написано Uber. Uber VIP квесты. Короче, делают квесты нас, это вау, ну, мне кажется, это круто сделано. Смотрите, вот тут какая-то VIP-штука. Давайте уже поиграем-то, что я все тяну. А то вырезать много придется, значит. Вот, Bed Wars, даже Battle Royale есть. И вот режим хаоса, он хаос называется. Чус. А, я не успел прочитать. Choose Path for Bridge и Choose Shop System. Вот это Choose... Ну, давайте попробуем. Please Choose Chest Shop. А, как темно-то. Чё так темно? Вообще ничего не вижу. Блин, как темно. Вот, все, хоть что-то вижу. Значит, все, кажется, игра началась. Вот наша кровать. Вон наши противники. Вонючие, говнючие. Так, мы, короче, голубые. Получается, да. Кровать. Зачем вы пытаетесь сломать свою кровать? Я не знаю. У нас хоть 12 в команде? Как это чекнуть? Да, я так понимаю, у нас 12 в команде. По крайней мере, так было. Вау, уже в броне. Угу, понятно. Короче, майнит ресурсы. Все, все как и... А, стоп, это не магазин, вот он. Так, А, все. Рядом типа цена написана. Ну, слушайте, все продумано. Хорошо, я просто буду окружать кровать, короче. Коль так... Коль... чаще всего в Skywars вот я именно этим и занимаюсь. Все там сражаются, дерутся, я просто стою и защищаю кровать. Ничего интересного обычно я не делаю, поэтому да. Но зато я потом не жалуюсь на то, что никто кровать не защищал, потому что это делал я, и делал очень и очень плохо. Вообще, я, знаете, я и на компе не сильно-то про, а здесь, прикиньте, как я сейчас буду нубить и проигрывать. Все в этом духе. Фига себе, два моста. Ну, кстати, да. А, нет, стоп, это центральный, да, это центральный остров. А за ним находятся, короче, наши враги, так скажем. Такое чувство, что один я остался. Ну, вернее, все на центр побежали, я так понимаю. Ладно, давайте уже тоже что-нибудь сделаем крутое, короче. О, минус один красный уже. Притом без боя сдался, короче. А, что? Нет! В смысле? Минус два на... Ну, короче, все, мы проиграли, коль наших меньше стало, да. Я, если я останусь один, я не смогу затащить, я не про. Не настолько про, насколько... Я хочу им быть. Я даже броню еще не купил. Слушайте, ну о чем вообще может речь идти-то? Вы знаете, вот когда было 50 игроков, оно прям чувствовалось, что игроков много. А здесь что-то такого ощущения нету. Он похож на жителя, кстати. Так, 10. Ага, 5. Ну,
Мне кажется, мы насобираем уже и не будем, как Абрэбл, бегать. Как часто он будет выдавать ресурсы? Ладно, неважно. Давайте ходить, как Абрэбло, хорошо. Надеюсь, после смерти будут сохраняться мои вещи. Это было бы глупо, если бы они удаляли. Ну, не глупо, как бы так на большинстве серверов. Блин, мы сейчас броню прокачаем, короче, то, чего я не планировал изначально, вау. А тут есть сундук или что-то в этом духе? А, да. А, что, все? Тут три кровати, что? А, все, мы уничтожили их все кровати, ладно. Что-то я ничего не успел сделать, даже достроиться до острова. Какой-то хер Скайгай. Очень сильно я смотрю. Всех там поубивал, короче. Не, реально, какой-то либо читер, либо я хз, кто он. Не, ну смотрите, вот в чат, он реально сейчас всех поубивал. Какой-то перебор. Хз, я надеялся на то, что я смогу поиграть, а в итоге 12 минут, 5 минут и все. Не, ну это хер Скайгай, он хоть раз умер? Сперганул. Ой-ой-ой, наши кровати ломают. Ничего, у нас есть хер Скайгай, так что мы навряд ли проиграем с таким-то чуваком. Что здесь? Это просто интересно. Как-то прошла быстро битва. Слушайте, я надеялся, что это будет... Ух ты. Ну ладно. Ой, там замес. Замес на... Тихо. Там на нашем острове, короче, дикий замес. Вон он. А, дайте мне хоть кого-то ударить. Это хер Скайгай? Это хер Скайгай. Ну, видно, что он хороший игрок-то. Фига, тут какие смерти. Это эпик, вау. Короче, я так понимаю, хер Скайгай это вам не... Мог быть плохой каламбур, но у меня family-friendly контент, поэтому да. То есть это какое-то, я так понимаю, немецкое слово, по-моему, или французское, честно, не шарю, но я даже не знаю, что оно значит-то. Не, ну ладно, это мне понравилось, по крайней мере. Я ничего не успел сделать за нас, за всю нашу команду, короче, что-то сделал этот хер Скайгай. Он, по-моему, все сделал, короче, да. Как туда попасть? А? Чё они понизу не могли? Вот упые. Что тут спавнится? Ничего не понимаю. Абсолютно ничего не понимаю. А, серьезно? Сэнкс. Ой, тут кто-то умер. Осторожно, ребят, тут кто-то умер. Нифига себе, сколько железа. Так слушайте, тут выгодно конкретно... Они... Ай. Ай. Там кто-то в алмазке, вы увидели? Ну, это, кстати, наверное, наш, этот хер Скайгай. Похоже, что... Да, это он. Прохлаждается, короче, теперь. Ну, а чё ему еще делать? Он, блин... Не, ну, я надеялся на интересную игру, а он тупо... А как его улучшить? О, всё. Ладно. Это было слишком быстро, мне даже не понравилось. Мы... Игра еще не окончена. Два красных где-то спряталось. Их нужно теперь отыскать будет. А! Не обращайте внимания, кстати, на мой никнейм, серьезно. Я не знаю, когда я создавал эту почту, и я уже никнейм разок менял, и теперь я его не могу сменить, это так тупо. Я просто про геймер. У меня раньше был опыт мобильной игры, но я перешел на ПК, и поэтому весь мой мобильный опыт, короче, на ноль сбился, вот. О, один красный остался, ребят. Все, что я сделал, это пособирал немножко ресурсов. Ну, в смысле? Вот интересно, вот можно их как-то обменять? Где еще две кровати? Вот там что еще, палку продаешь? В смысле? Кому может понадобиться палка? А, отталкивающая палка. Ну,
Ну да. Блин, ладно, поскорее, короче, бы убили вот этого последнего оставшегося, да начали уже новую игру. Мне не терпится на этот раз показать себя. О, все. Сирина опять Херской Гай убил, слушайте. А, нет, она покинула игру. Ну ладно. Хорошо. 8 убийств, 1 смерть, 3 кровати. Не, ну... Пожалуйста, можно я больше с ним не буду играть? Он слишком мощный. Давайте попробуем чест, по-моему, у нас только что был... Уи... А, нет, стоп. Или Уи... Давайте попробуем, ладно. Уи... Пипец, что там? Что? Ух ты! Чуз, бридж, бил... А, так это... Понятно. Фига. Какая-то немного жуткая штука. Давайте... Какая карта? Давайте пицца, слушайте. Да какой край? Пицца. Опять этот край, мне эта карта уже не... О, вот, так в разы удобнее, да, реально. Значит, что тут? Блоки, зачаровать специальный предмет, вот. Резкий платформ. Дешево так стоит? Телепорт. Бридж билдер. Вот мне хочется бридж билдера пробовать. Что это? Привет, все очень странный. А, фак, мы красные. Ну все, нам капец. А, вот еще кровать. Я не знал, что у нас несколько кроватей. Серьезно. Что? Давайте туда построимся. Не, реально, смотрите. Они типа не ожидали, что у кого-то будет дальность перерисовки позволять увидеть это или что. Ладно, нет, все, в следующий раз. Давайте наберем 5 лайков, и я построюсь на ту платформу. Не, стоп, 5 мы точно наберем. Давайте наберем 6 лайков. Вот мы редко набираем 6 лайков. Давайте наберем их 6. Хоба! Соси. Не, без это странный. Да что? Вы как это могли позволить? Это что, Херской Гай опять? Да где он? Не, ну так конечно. Начать игру со строительства моста, а не с того, чтобы защитить кровать. Это ж, естественно. Так, блоки. А-а-а, как же... Я, блин, думал, они уже научились играть. Блин, мобильный гейминг. Что могу еще сказать? Все такие суперские. Так, там кто-то есть. И как еще мне играть? Мне постоянно приходится что-то строить в этой игре. Я не могу просто пойти драться, потому что... иначе мои тиммейты ничего не сделают. О! Молодцы. Ты что делаешь? Что такое? Потерял что-то? Идите, стройте, блин, с той стороны. Вот я умею застраивать кровати и имхо, конечно. Это все, что я делаю в этой игре, по большому счету, за всю свою жизнь. Обычно я ничего больше не строил. Что, опять же, многие игроки к этому очень халатно относятся. Просто бегут и, типа, как можно быстрее уничтожить врага. И, да, и иногда это работает, но не всегда же. Ребят, ну чё вы как дети? Совет, застраивайте блоками Bedwars. Там хоть кто-нибудь застроил? Понятно, ладно, я, короче, кину блоки в чест, да пойду уже, а честа нету. Значит, куплю чест за 7 этих, ну да. А, что я туплю у меня? Да говно! Я, короче, туда построюсь и добуду себе железо, все. Весь план... понятным языком. А, дерутся. А. Да, как они это делают? Итак, ребят, мы вернулись, короче. Сори, мне сейчас позвонили, короче. Вот тут что-то... А, мы победили, да? Ну, 4 этих осталось. Стоп, это мы красные, мы проиграли. Бляха-муха, мы проиграли, ребята, мы все просрали. Что это? А! Я умею драться, вот и все, вот, знаете. Да где ты, елки-палки? Видно, что играет на компьютере и с мышкой-то. И Абема сзади нарисован. За это его нужно убить. Так, хорошо, нас осталось трое. Ребят, я честно извиняюсь, я не хотел вас так предать. Что нам остается? А, бей его, бей.
А. Мы умерли. Ладно. Давайте, слушайте, давайте еще одну каточку. Что-то я как-то эту я не почувствовал. Я ее всю проговорил по телефону, так что... Потом, я думаю, можно заканчивать. Просто, блин, что-то как-то я... не по... Оно прошло слишком быстро, я, понимаете, я даже почувствовать не успел эту игру. Как-то с четырьмя все же тимами лучше. Давайте пицца. Опять энд, вы надоели со своим эндом. Все, я... Давайте играть как про-геймер, короче. Смотрите как. Короче, все, играем как... Да, как я и сказал, играем как геймер просто. То есть строимся к острову с металликой, да. Я не знаю, почему к этим островам тут никто не строится. Да. Максимально странные игроки, короче, тут. Они все какие-то сильные и сразу нападают, короче, и всех побеждают. Хоба, и чекайте. Вы знаете, что сейчас тут будет много ресурсов. Много железа, так что да, во, H9. Что там? Наверное, это просто для декора. Давайте думать, что это просто для декора. И не несет вообще никакой смысловой нагрузки. Все, я не буду трогать кровать, сами застраивайте, блин. Блинский, в прошлый раз я застроил, что в итоге? Опять проиграли, вообще играть не умеют. И на меч не хватает. Хоть на такой, ладно. Вперед, короче, драться, эпик. Вперед за эпиком. Стоп, а я... У меня почему-то настройки постоянно тут сбиваются. На телефоне только так. Ох, такая ностальгия, когда я так включил. Не знаю, мне так удобнее играть, серьезно. Я так вижу 110 градусов, чем привычные 60. Это удобно. Вперед, вперед на красных, в атаку! В эпичную атаку. Опа. А, бляха-муха. Ёлки-палки, какие-то они дикие. Ладно, нам, собственно, больше ничего тут и не надо. Главное сейчас случайно не упасть, как в первой катке. Катка, я уже геймером стал, короче, слышите? Уже употребляю геймерские словечки, там, катка. Как вот в первой катке, помните это? Да. Не, реально норм. Вот так, так играть интереснее, а то вечно строю, они там пока подерутся. Значит, что мне? Оружие 3. Оружие купим железное и... А, броню. Железную. Все, и мы, короче, теперь железные про-геймеры. Не знаю почему, но мне Стив с бородой реально больше нравится, чем вот этот безбородый Стив. Вот серьезно, как-то без бороды он не ахти. Нет, да в смысле, кто? Почему всем насрать на это? Он, бляха-муха, мою кровать сломил с такой командой. Ладно, с таким отношением мы проиграем уж точно. Ребята, вы извините. Бляха-муха, опять дерутся. Да ты надо... Вы надоели, детки какие-то. А чё я ударить не могу? Я кликаю, как дикий, на этот экран грёбаный. Ура. Интересно, золотые яблоки. Да ты кто такой? Ну все, мы проиграли. На нас, короче, дикое вторжение начали. Бляха-муха. Да хватит ломать. А, это они укрепляют. Ну, теперь, кстати, удобнее. Одна кровать, в принципе, за ней уследить легче, чем за тремя. Я думал сейчас купить эффекты для команды. Вот это. Вау. Я знаю, что я хочу купить в следующий раз. Нам нужны эффекты для команды, вот, что стопроцентно. А, вон как их много. Ну, короче, все, мы, скорее всего, проиграли. Последний оплот человечества, короче. А не, вон, вот наш есть, короче. Молодец, тоже хороший чел. А, он пошел их рейдить. Давайте с ним. Это ж будет эпик. Смотрите, сколько их. Типа, ему все равно. И тут что-то странное происходит, потому что они... Им реально всем как-то... Ну, М. Да, его тут нету, и честно... Почему я его ударить не могу? Ладно. Шлите вместе с ним. Типа, чё мне остается? Стоп, я что, красный? Нет, с каких пор? Так, мы умерли.
Короче, план. План очень легкий. Мы идем. Бляха-муха, они сверху построили. Блин, план очень легкий. Мы идем. Я даже в Reddit не собирался, я не знаю, почему я туда побежал. У меня даже кирки не было, как бы. Вот этому. Ёлки-палки, как вас много-то. Нахуй. Все собрали, вонючие. Вот он. Нет. Не дать ему забраться на, короче. Короче, мы можем столкнуть, вот серьезно. Я как мастер кликов. Да, быстрее, дай мне оружие хорошее. Спасибо, отстань. Все, ты мне больше не нужен. Пока. Паника, что делать-то, ёлки-палки. Короче, берем хорошие блоки. Да что ж такое-то, убили уже? Нет, все еще там. Нет! Я понял, что она собирается сделать. А, бляха-муха, как она так ударила. Дикая жертва изнасилований, короче. Ну и все, пусть уходит. У нас здесь вообще безбабье. Сколько? Нас что-то повыходило много. Я не знаю, зачем они заходят. Ну хотя. А почему у всех такое? Типа, они думают, что. Слушайте, что там у него? Что там у него? Я не буду трогать его шмот. Это низко. Блин, какой-то эпик дикий начинается вот просто. Фак, еще один. А, где? А, есть, спасибо. Спасибо, ребят. И лук, вот, кстати, луки, сколько лук-то стоит? Один, голдами, короче, голдой. Ладно. Возможно, если я сейчас побегу туда, то мне повезет, и я наберу нормально так голды, вот серьезно. Помню, когда бы дворец только начинался, мы строили мосты вот реально круто. Не так, что вот просто полосочка ресурсная, а именно вот конкретно, прям конкретно круто. Они, наверное, уже все в Алмазке, они захватили центральный остров, это прям дико. Не, ну вон, кстати, нормально пока. Мне главное всего-то два этих. Как зовут, забыл. Два золотых. О, есть. Оба. Да ты говно! Как бы ты умер. Все собрал. Ублюдоч, отродье. Офигеть, сколько вас тут! Пипец. Он еще в атаку пошел, да? Вот серьезно? То есть такой, типа, собрал все слитки, такой, почему бы не отправиться драться? А, сэнкс. Спасибо. Фига они тут понастроили, короче, каких-то музеев. Бляха-муха! И этих нету, ну, зашибись. Нет! Да беги ты уже, бляха-муха! Нет, ребята, они нападают. Блин, ну слушай. Нет, да что это стоит-то? А, нет, нет, да в смысле? Акерма, ты какой-то говняный игрок, я смотрю. Стал, блин, стоишь, смотришь. Ну все, блин, что теперь? Вау, наконец-то, это не ты. Стоит, блин. Хоть что-то должно получиться напоследок-то. Это что, курица? Нет, это Акермана убили. Ну, заслужил, что могу сказать. Возможно, ему позвонили. Никто от этого не застрахован. Ладно. Хорошо. Мы выиграли только один раз. Это было эпично. Я думаю, на этом все. Думаю... О, бляха-муха. Думаю, на этом все. Мне, в принципе, понравилось. Довольно-таки интересно, но... У меня еще очень сложно, неудобно пока играть. Мне нужно еще привыкнуть к телефону. Так что вот, на этом все. Всем пока.